очередной чайник фабрики Муньюцзыша под названием «Вязанка бамбука». Действительно, как будто бы бамбуковые палочки, перевязанные тоже какой-то тоненькой бамбуковой палочкой. На крышечке изображение инь-ян. Очень легкий чайник, легче, чем его собрать в такую же форму. Сделан из серой дуани. Прольем сейчас этот чайник. Очень широкое горлышко, вообще как колодец стоит вода. В принципе, конечно, любой чай к нему подойдет. Сейчас попробуем заткнуть дырочку. Да, даже получается заткнуть дырочку на крышке. По ощущениям, лучше в него, конечно, положить шенпуэр. Во-первых, даже если из блина, хорошо кусочек положится, пойдет. Плюс для шупуэров не очень хорошо, потому что будет окрашивать вот эту вязанку, она будет такой грязноватой, скорее всего. И так тут серый оттенок, поэтому хотелось бы, чтобы он не сильно затемнялся после чаепития. Ну и ухаживайте, конечно, за чайником. Протирайте после того, как вы попили чайник.